Всем привет. Пришли такие кронштейны с отвала. Лесной нож-толкатель Горыныч называется он у производителя. Толщина 30 миллиметров, повышенный 60, там, по-моему, 45. Ну, мощная штука, усилена. Тут еще, наверное, десятка приварена. В общем, сталь, я думаю, какая марка там была, то есть необычное железо, все-таки крепкое. Тут обнаружились у меня потертости. Вот, буду их прикручивать. И чтобы отвал поднимался выше, а то он поднимается, вот как вот сейчас, вот, чуть-чуть может еще повыше. Вот. А он на них будет подниматься намного выше. Ну, до полуметра, больше, наверное. То есть не как в рекламе там показано у них. Ну, цилиндры покороче сделаем и посильней. Вот. Для этой необходимости пришлось мне потратиться. Это дорогостоящее весьма оборудование. Вот, установку запустим. Будем пробовать прикручивать все кронштейны. Вот, ну, следите за новостями. Обязательно с вами поделюсь.